Где-то вдали от всего спрятано маленькое королевство, в котором живут эльфы и феи. Все его обитатели очень-очень маленькие. Я эльф Бен! А я принцесса Холли! Давайте играть! Нас, подожди! Маленькое королевство Бена и Холли. Сегодняшнее приключение начинается в маленьком дворце. Школа волшебства, миссис Фиг. Доброе утро, Ваше Величество. Доброе утро, няня Плам. Принцесса Холли хочет показать вам, как она научилась колдовать. Да, можно? Да, конечно же, детка. Сейчас она что-нибудь наколдует. Только не волшебное желе. Нет, нет, никакого желе. Выбирайте. Скажите, чего вам хочется больше всего в мире? Мне что-нибудь красивенькое. Хорошо. Абракадабити-бабити-бу! Что это? Коробка с нехорошими звуками. Ой, что за гадость? Прости, папа. Пора всерьез заняться обучением Холли волшебству. Хорошо, Ваше Величество, начнем прямо сейчас. Нет, няня Плам, Холли нужны уроки в настоящей школе. В настоящей школе? Да. Холли пора посещать школу волшебства миссис Фиг. Посещать школу волшебства? Я тоже ходила туда в детстве. Вот здорово, няня! А как же мои друзья? Друзья, Фиолет, Рози, Стробери и Флёр будут учиться с тобой. Ну можно? О, наш Бен из семьи эльфов. Волшебство не для них. Думаю, Бен пойдет в школу для эльфов. Доброе утро, дети! Здравствуй, мудрый эльф! Сегодня наш урок будет называться «Эльфы и волшебство». Вы знаете, почему мы никогда не колдуем? Мы ведь эльфы! Да, Бен, но кто скажет, почему эльфы не любят волшебство? Но мы ведь эльфы! Да, да, верно, но все-таки почему? Может, потому что от волшебства одни только беды? Да, ты прав, Джейк, от волшебства одни беды. Все сюда. И, кстати, о бедах. Здравствуй, мудрый эльф. Привет, Бен. Привет, Холли. Мы идем в школу волшебства. О, можно нам тоже в школу волшебства, мудрый эльф? Нет, я запрещаю. О, старый эльф, ну пожалуйста. Пожалуйста. Ну, так и быть. Сегодня вы увидите, почему именно от волшебства одни бедны. Все идут в школу волшебства. А, школа волшебства. Наверняка все розовые, пушистые и усыпаны блестками. Да, вот здорово! Вот она, школа волшебства миссис Фиг. О, очень даже сносный домик. Такой мог бы построить и эльф. Вы правы, красотой школа не блещет. Очень славный домик. Входите, дети, я познакомлю вас с миссис Фиг. Она учила меня колдовать. О-о-о! Мы с ней подружки, я зову ее тетя Фиги. Здравствуйте, дети. Привет, тетя Фиги. Меня зовут миссис Фиг. Привет, миссис Фиг. Так-то лучше. Привет, Фиги, помнишь меня? О, няня Плам, как же тебя можно забыть? Я была лучшей ученицей. За все мои годы в школе, няня Плам, у меня никогда не было такой ученицы, как ты. Спасибо. Здравствуйте, а я старый мудрый эльф. Эльфы в школе волшебства? Да. Мы знаем, что от волшебства одни беды. Никаких бед никогда не произойдет на уроке миссис Фиг. Так, а это у нас кто? Я принцесса Холли. Принцесса Холли, что ты и твои друзья знаете о волшебстве? О, я рассказала им все. Значит, совсем ничего. Итак, мой вопрос. Каково главное правило волшебства? Никогда не колдовать. Правильно. Что? Разве это весело?
Волшебство не для забавы. Мне здесь нравится. Запомните, что волшебство должно служить только разумным целям и разумным феям. Итак, представьте, что вам нужно убраться на своей кухне. Используете ли вы волшебство, чтобы помыть посуду? Да! Стоп! Но ты ведь можешь сделать это сама. Что? Но это глупо, миссис Фиг. Но если вам попалась кастрюля с особенно упрямым пятном, тогда, конечно, можно. Колдовать? Залить ее водой на ночь. Не лучше ли поколдовать и заняться чем-нибудь повеселее? Я учу детей, няня Плам. Прости, Фиги. А теперь, ребята, урок колдовства. Ура! Первым делом разминка. Давайте чуть-чуть побегаем. О, только не бег. Все сюда. Живей, живей. Бежим вокруг школы. Как этот бег поможет нам колдовать? Никак. Запомните, бег закаляет волю. Спасибо, но воли мне и так хватает. Всем нравится бегать? Да! Так, стоп. Бег нужен не для забавы. Итак, ребята, кто хочет показать мне заклинание? Я. Кто-нибудь еще? Я знаю заклинание роста. Прекрасно. Скорее покажи нам его, Стробери. Хорошо. Бабити-бобити-ти. Расти, расти, расти. Ой, да не на мне. Хватит! Хватит! Я знаю заклинания роста, а другие нет. Это просто. Хватит, Фиги, стоп! И кто же тебя этому научил, Стробери? Я? Так я и знала. Но ведь получилось еще как? А я знаю, как нужно уменьшать. Нет, подожди. Дибли-добли-диже, ниже, ниже, ниже. Уменьшается! Нет, на помощь! Она становится все меньше и меньше. Она что, так и будет уменьшаться? Помогите! Ой, придется увеличивать. Фиги-фиги-фиг, вырасти вмиг. Ну и как ощущения? Я очень, 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 очень сержусь! Вот, как видите, дети! От этого волшебства одни беды. Это все были глупые заклинания. Кто-нибудь из вас знает полезные заклинания? Волшебное желе. Волшебное желе? Да, оно очень полезное. Ну что ж, пожалуй, волшебное желе может пригодиться. Скажем, для детского праздника. Или пикника. Или как вкусный десерт. Хорошо, волшебное желе. Но пусть палочкой взмахнет кто-нибудь разумный. Я! Можно мне? Кто в этом классе самый-самый разумный? Старый мудрый эльф! Палочкой взмахнет старый мудрый эльф. Я? Но я же не фея. Я никогда не колдую. Именно. Вы нам и нужны. А, вовсе даже нет. Нет, ничего не выйдет. Чепуха. Чуть-чуть волшебной пыли и все. Теперь вы волшебный. У меня все чешется. Это нехорошо. Пожалуйста, не бойтесь. Вы недолго будете волшебным. Взмахните и скажите «желе, желе». Только немножко. Желе, желе. Только немножко. Я смог. А можно я превращу ее в лягушку? Ха, у вас ничего не выйдет. Надо же! Вот веселье! О, что случилось? Мудрый эльф, что ты делаешь? Веселюсь! Волшебство – это не забава! А что будет, если я попрошу больше желе? А ты попробуй! Желе, желе, желе! Да побольше! Нет, стойте! Не то начнется! Потом из желе! Потом из желе! Потом из желе! Ой, наводнение!
няня Плам! Это не я, это он! Что это за чепуха? Эльфы не умеют колдовать! Нет, ваше величество, это сделал мудрый эльф. Теперь и тетя Фиги несет какую-то чушь. Это правда. Это действительно сделал мудрый эльф. Ох, вот беда. Кажется, это и правда я. Надо же! Мудрый эльф вздумал колдовать. Ха! Как тебе не стыдно? Да уж. Это доказывает, что от колдовства одни только беды.